Переговоры президента Азербайджана, президента России и премьер-министра Армении, проходившие сегодня в Москве, завершились. Трехсторонняя встреча в Кремле длилась почти 4 часа. В самом начале переговоры велись перед прессой и в прямом эфире, а затем за закрытыми дверями. По итогам встречи лидерами Азербайджана, России и Армении было подписано совместное заявление о развитии связей, состоящее из 4 пунктов. Вопреки различным слухам о возможном решении карабахского вопроса, все пункты касаются только разблокировки экономических и транспортных связей в регионе. Как отметил по итогам встречи премьер-министр Армении Никол Пашинян, на встрече не было уделено внимания вопросу статуса Карабаха и возвращения армянских беженцев. Также по окончании встречи каждый из лидеров выступил с заявлениями перед прессой. В Нагорный Карабах, как я уже говорил в начале нашей сегодняшней встречи, вернулось уже свыше 48 тысяч перемещенных лиц и беженцев. Идет настойчивая работа по восстановлению инфраструктуры, энергетики, жилых строений, социальной инфраструктуры. Сегодняшнюю встречу считаю исключительно важной и полезной, поскольку и подписали совместное заявление по поводу развития ситуации в регионе. Уважаемый Владимир Владимирович, в первую очередь хотел бы поблагодарить вас за приглашение и за инициативу провести эту встречу. Также разделяю ваше мнение о том, что встреча была очень важна для того, чтобы обеспечить дальнейшее устойчивое и безопасное развитие нашего региона. Уважаемый Владимир Владимирович, прежде всего позвольте поблагодарить вас за те усилия, которые вы вкладываете для восстановления стабильности и безопасности в нашем регионе. Еще остается очень много вопросов, которые должны решаться. Один из этих вопросов – вопрос статуса Нагорного Карабаха. И мы, конечно же, Армения готова продолжать переговоры в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ, в частности, по этому вопросу. К сожалению, сегодня нам не удалось и решить вопрос военнопленных.